Детское радио представляет. На сказочных дорожках. О правильном поведении для всех участников дорожного движения. Однажды, погожим весенним деньком, зайчишка, лисичка, лягушка с волчком, топтышка-медведь и проказница-мышка в своем теремке заскучали уж слишком. Зайчишка сказал: «Надоел интернет! Нам тоже, звери в ответ! Поехали в парк, там летают качели! Стремительно мчат зверят-карусели!» Дружной гурьбой, в ожидании чудес, толкаясь, крича, хохоча на весь лес, звери спешат в главный парк городской. Там развлечений будет с горой. Вот и трамвай подошел к остановке. Волчок говорит: «Посмотрите, как ловко!» И прыг на ступеньку, толкнул двух ворон, не дав пассажиркам покинуть вагон. Заяц ушастый стоит на проходе, медведь отдавил соседям все ноги, грустно вздыхает большой муравьед, негде поставить велосипед. Мышка с лягушкой, всех обгоняя, бегут по трамваю, места занимая. Закрыли глаза, сонный сделали вид, а рядом старушка-ежиха стоит. Мишка и заяц из сумки набитой печенье достали, жуют с аппетитом. Залезли с ногами на кресло вдвоем, все в крошках вокруг, а им нипочем. Устроили звери в трамвае веселье. Смеялись, кричали, на окнах висели. Лисичка танцует, мышка поет, усталому дятлу поспать не дают. Звери в трамвае так сильно шумели, что очень соседям своим надоели. Но вот остановка, пора, не зевай. Торопятся звери покинуть трамвай. Локтями работают, лезут к проходу, оттоптали все лапы лесному народу. И тут говорит им кондуктор Синица: «Послушайте, звери, так не годится. Какой беспорядок! Ну разве так можно? Ехать с вами вообще невозможно. Не надо так громко смеяться и петь. Неплохо бывает вокруг посмотреть». Расстроились звери, стало им стыдно. «Поступки плохие, весьма очевидны. Мы не хотели», — в ответ говорят. «Мы больше не будем, простите, зверят». Кондуктор Синица улыбнулась, махнула крылом, и дверь распахнулась. «Идите, детишки, вас ждут карусели. Они без вас совсем опустели». Автобус, троллейбус или трамвай — вежливым быть не забывай. Попутчик воспитан, и ехать приятно. Вам, ребята, это понятно? На сказочных дорожках. Программа выходит при информационной поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги». Подробности на сайте nationalnyeprojekty.rf.